24 апреля в 5 утра началась массовая акция убийства евреев местечка. 24 апреля 1942 года это было. И рано утром мы услышали топот, и мы все спустились в секрет. Лиза с тремя детьми, я отец и Фройка. Потом Фройка с отцом выскочили из секрета, раскрыли дом, разбили мебель, разорвали подушки. В доме как будто бы был погром. И опять спустились к нам туда. И мы слышали, как туда забежали полицаи. Украинцы. Забежали и увидели этот погром и сказали, что тут уже были, значит, всех забрали. Мы слышали, как наша тетя Идес шла с детьми и внуками на шхиту, как у нас говорили, на убийство. Она кричала. Я уже не помню, что она кричала. Но она выкрикивала имена своих детей и внуков. И мы слышали ее голос. Мы слышали плач, который стоял. Потому что люди уже знали, куда и на что их ведут, так как заранее рылись там эти ямы, там же около вот этого леска галики. Кто их вырвал? Рыли, евреев заставляли рыть эти ямы. Говорили, что это кагат для свеклы, все это скрывали, на это рылись ямы для того, чтобы убить там всех евреев местечка.